сегодня была очень плодотворная дискуссия, в ходе которой были выслушаны пожелания и такой, как бы, такой творческий отчет нашей компании, которая уже 20 лет на культурном рекламном рынке как раз занимается и проектами, способствующими повышению имиджа России. Ну вот мы 5-й год в этом году будем проводить фестиваль «Свидание с Россией», который стал уже брендом. По большому счету мы начинали как кинофестиваль, но каким-то естественным путем, прежде всего популярностью и любовью самих молдаван, жителей республики, этот фестиваль стал главным событием молдово-российских культурных связей и фактически занял ту нишу, которая раньше называлась как «Дни культуры братской России в Молдавской республике». Кроме кино, мы привозим нового российского кино. С нами приезжают и исполнители, и театральные коллективы, и поэты. Мы проводим премьеры книг. И самое важное, я считаю, что мы вот первые включили в культурный оборот тот уникальный кинофонд, созданный в Советском Союзе, который сейчас растерян. Ну, была прекрасная киностудия, которая рождала гениев молодого фильма, которой уже, увы, нет. Нет ни гениев, нет и фильмов, которые были созданы в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы. Все эти картины хранятся, увы, в Госфильмофонде. Спасибо крупнейшей российской синематике, которая сохранила это нетленное богатство. И вот мы молдаванам привозим их же кино. Мы открываем для нового поколения, для зрителей 21 века, кино, которое на карте 20 века было одним из ярких таких проявлений творчества, национальных своеобразий, этнографии. И вот опыт, энергию притяжения молдавского фестиваля мы предложили сегодня на комитете и встретили поддержание переломить, продолжить и в других странах СНГ. И в Казахстане, и в Узбекистане, и в Туркмении, и в странах Прибалтии. И что очень важно, что именно в этих странах, к сожалению, так же как в Молдове, одна и та же проблема – нет своего кино. И нет того богатства, которое было создано этими странами вместе с Россией в те годы. И вот мы планируем продолжить эту линию и показывать в этих странах их же кино.